Последние приготовления и закулисная дрожь. С минуты на минуту на сцену педагогического университета выйдут первые участники финального отбора на Всероссийскую студенческую весну. В этом году масштабное молодежное событие пройдет с 14 по 19 мая в Перми. Здесь конкурс «Студенческий театр», он проходит в рамках Ульяновской студенческой весны. Это фестиваль, который ежегодно проходит и является частью большой программы «Российская студенческая весна». Является таким региональным этапом, где мы выявляем людей, которые поют, представляют наш регион на площадке в городе Пермь. Проходит в этот раз «Студенческая весна», собственно, там и будет финал. Больше 30 участников и сразу несколько номинаций: художественное слово, театр малых форм, оригинальный жанр, студенческий театр и авторское художественное слово. Сегодня я буду читать стихотворение Евгения Евтушенко «Я разный». Это стихотворение, оно, в общем-то, о всем нашем поколении, оно близко каждому из нас. Как я готовился? Репетировал просто, читал. Дома или как? Дома. Ну, перед этим еще на межфакультетской студвесне. Первое место занял. Студенческая труппа театрального объединения «Палитра» при педагогическом университете существует 5 лет. Молодежь в основном ставит постановки собственного сочинения, выступает на сцене «Альма-Матер», дает благотворительные спектакли и представления, в том числе в других городах. В отборе на студенческую весну участвуют впервые. На сцену ребята вышли с авторской пьесой «Берегите себя и своих близких». Спектакль на самом деле о таких злободневных темах, прежде всего одиночество людей, то, что у нас главная героиня, она зациклена на телевизионных передачах, скажем так, Малахова там, и других, и так далее. Она только их смотрит и живет только этим миром, а своих детей она абсолютно не видит и фактически отрекается от них. Студент второго курса педуниверситета Салават Абитов признался, что пришел на конкурс, чтобы рассказать о своих чувствах девушке. Я знаю притчу о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел идеал, но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста, чтоб молод, богат был. В общем, мечта. На самом деле, этот стих направлен девушке, которая сегодня должна будет сидеть в актовом зале, и я целенаправленно пришел сюда. Чтобы поучаствовать, да, проверить свои силы однозначно, но и показать как-то свои чувства. Свое мастерство студенты презентуют деятелям культуры, режиссерам, руководителям успешных творческих коллективов Ульяновской области. У каждого из судей свои критерии оценки. Любовь к делу, которому они пытаются служить, искренность, честность, по возможности профессионализм. Имена победителей финального этапа отбора, который представит регион на Всероссийской студенческой весне, будут известны уже сегодня. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.